Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на проекте Родина Ролеплей, Центральный округ. Муник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить муник при регистрации. Также можете вводить мой промокод на 6 уровне, вся информация есть в описании под видео. Сегодня будет, как всегда, нарезка с админки, но необычно. Я решил пранкануть людей, которые играют на дерби, и создал танк, просто ездил возле них, никого не стрелял, и смотрел просто на их реакцию. Некоторые просто не обращали внимания, некоторые писали то, что я ебанутый, некоторые говорили, что это голосовой чат. То есть, пацаны, получилась смесь, получается пранка и админ патруля, поэтому я думаю, видосик будет интересный. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, играйте вместе с нами на родине, вся информация есть в описании под видео. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. У пацанов явно что-то не так пошло немножко, потому что они подъехали починиться, но у них машина вообще застряла. Давайте я им помогу, флип 57. Все, я им помог. Медиа номера. Конечно, сильно. Спасибо. Не за что. Конечно, я такой смотрю, ебать, они застряли. Думаю, заебись, конечно, пацаны. Как всегда, зашел утром поснимать. Ну, честно, пока что интересного почти ничего нет. Буду как бы дальше продолжать искать контент, поэтому не переключайтесь, смотрите видос, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Что-то этот пацанчик какой-то подозрительный, я такую спеку хожу за ним, он тупо вот это через стекло проходит туда. Не, я понимаю то, что это он багом делает, но как он, блядь, прошел через стену, я вот это, конечно, не понял. Либо он под читами играет, либо я хуй знает, чем он занимается, потому что это было очень странно. Максимально странно, но я за ним еще посижу, потому что это пиздец был, реально. Я такую спеку хожу, он такой хуяк через стену прошел, я такой не понял. Но это было странно, максимально странно. Ну и тем, что он сейчас занимается, это тоже немножко странно, я вам скажу. Пиздец, чем они только занимаются, блядь, лучше чем-то нормальным занялись. Я, конечно, все понимаю, но пацаны немножко охуели то, что они забрали скутеры у Рыжика, у другого, и еще сбили его сверху. Давайте, короче, понаблюдаем за ними, что они вообще будут делать. Так, они уже срезали немножко. За это уже можно посадить за срез. Они на дерби, да, поехали? Можно, в принципе, с них прикольнуться на дерби. Давайте я с них сейчас прикол походю. Чтобы их проучить, я с них прикол немножко походю. Они там вдвоем будут или нет? Сейчас давайте посмотрим. Ну, сейчас мы без палива к ним тпхнемся, короче. И сделаем себе танк. Научим их, короче, играть в дерби. На танке чисто заехал, ебать. А ну, посмотрим, смогут ли они что-то мне сделать или нет. Так, допустим, вот я еду на танке. Смотри, смотри, он пытается меня толкнуть. Так, давайте я просто поприкалываюсь людей на дерби и просто буду на танке ездить. Я не буду ни в кого стрелять, просто буду ездить. Так, аккуратненько просто ездим, никого не трогаем. Просто смотрим на реакцию. Просто заехал на дерби на танке, ебать. Ты ёбнулся. Ай, блядь, дай мне. Говорит. Не, я не дам никому танк, это мой танк. Беда, печаль просто. Так, давайте еще раз попробуем. Повторение, мать учения. Так, давайте я заспавню еще раз все танк. Все, полетели. Но чувак уже, блядь, нормально отреагировал. Говорит, ты что, ёбнутый, блядь? Ебать, он там на высадке, наверное. Тупо за ним танк едет, ебать. Смотрите, смотрите, спешит, спешит. Боится, тупо боится, братан. Я ж тебя не пугал, я просто за тобой ехал. Реально не боятся просто танк. Ну, хотя бы и тоже очковал, типа, но... Многие не понимают то, что я администратор. Я просто создал себе танк и катаюсь на нем. Кирилл, а откуда у тебя такой танк большой? Донатный. В смысле, откуда он у тебя? А ты стрелять можешь? Стрелять можешь им? Да. Да, могу. Не стреляй только в меня. Хорошо, не буду у тебя стрелять. Ой, это жестко. Я тебя собью. Не стреляй в меня. Я в тебя не стрелял, он тупо сам умер. А говорит, не стреляй в меня, не стреляй. Я не собирался стрелять никого. Что там за разборки, ебать? Что-то я немножко не понял. А, во, нихуя себе, ебать. И сразу убегает, ебать. А ну давайте посмотрим. По силбам сразу побежал. Молодец, конечно. Ага, он за оружием побежал.
Ну, бля, это уже было ПГ, потому что у пацана было оружие. Давайте последим за ним, посмотрим, чем он вообще будет заниматься. Так, он взял оружие, да? И сейчас пойдет их дэмить. Ага, понял. Он ходит на парковке постреляться. Но я-то за ними слежу. Он одевает маску. Давайте. Перестрелка между ФСБшником и пацаном. Ха, блядь, так быстро все закончилось. Понимаю, блядь. Ага, вышел из игры. А вот ты и зашел, родной. Ну все, на 30 минут ты в КПЗ сейчас летишь. Так, 292-й. Куда он там стреляет? Так, 292-й, 60 оф от арест. Все, братанчик, ты свое сейчас отсидишь. На 60 минут я тебя сажу. Я ж за тобой следил, родной ты мой.